Здравствуйте, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. У нас сегодня 31 августа. Наши легендарные гортензии. Что я хотела вам показать? Вот у нас про картошку. Вот у нас такое небольшое поле. Ну, тут у нас мы каждый год садим. Поле небольшое тут. Володь, сколько тут соток примерно? 15 квадратных метров. Вот. 15-20 квадратных метров у нас тут. Вот на этом пятачке мы каждый раз садим картошку. Я вам хотела показать урожай с этих вот, с этого вот пятачка земли. И вот смотрите, без вранья, вот сколько мы тут накопали с этого участочка. Вот столечко. Картошка очень хорошая, крупная. Мелкая тоже есть, но в основном она крупная, средняя. Такая картошка, будем говорить, хорошая. Вот. Сорт давно покупали мы уже, я не помню. Мы из года в год садим. Конечно, менять надо, но пока нас это устраивает. Я уже говорила, что мы сюда ложили в каждую лунку по горсточке навозика. И вот садили картошку. Вот за огородом я бы вам хотела показать. Наверное, показывала или... Тут, в общем-то, тоже... Сейчас дойду. Я через забор буду показывать, потому что неохота обходить, честно говоря. Лодырь я. Сейчас на столбик залезу и покажу. Вот тут у нас тоже вот небольшой участочек. И садим мы чуть-чуть наполовину. До конца не садим, потому что там тень, вообще тень. Да и тут тоже тень. В этом году, может, последний раз посадили, вот эти деревья притеняют. Корни, наверное, мощные забирают. Точно так же мы по горсточке навоза ложили, перегноя в каждую лунку. Вот. Тут у нас деревья, орешник манжурский. Манжурский орех. Вот. И это... Сейчас я покажу, сколько я накопала с этого участочка. Он чуть-чуть поменьше, чем на огороде у нас. Сейчас идем дружненько, идем показывать. Без вранья это... Вот смотрите. Вот это я накопала сегодня за огородом. Тут полтора ведра, наверное. Ну, от силы до полтора ведра, наверное, 20-литрового вот этого. Это что-то, потому что там тень, там орешник, все это притеняет, забирает питание, и картошка ни о чем. Я хотела вам просто показать, что на огороде. Пятачок, что там пятачок? Вот на огороде я собрала, а вот сегодня за огородом. Вот представляете, какая большая разница. Так, я еще хотела вам показать свою капустку. Да, капустка будет... Ой, тень. Капустка неплохая. Вот я каждый раз внизу вот так обрываю листочек, потому что невозможно ни подойти, ни ничего. Вот такая капустка. Перец там, колокольчик мы показывали уже. Вон. Очень много его. Когда будем собирать, я обязательно покажу, сколько мы набрали этого перчика. Сейчас в листве его шибко-то не видно. Осталось у нас два арбузика. Один вот такой, а второй мраморный. Такого потом. Звенит, как бабака. Вот видите, он на бочку лежал. Желтенький. И хвостик у него подсох. Сейчас мы его будем пробовать. Ух ты, лопнул. И опять лопается. Ага. Но лопается хорошо. Никак попало. Там у нас еще один растет. Ну, он поздний самый, но ничего. Ух ты. Смотрите, как он отрезался. Палыч всегда голодом сидит. Громко слюну сглатываю. Очень вкусный, сладкий. Вообще сладкий. Вот с него будем брать семечки, да? Угу.
Палыч, на, попробуй кусочек. Да, потом. Я сначала поснимаю. Вообще вкусный. Мы показываем наши арбузы. Осталось всего два. Угощали, сами ели и вообще. Что-то не завешивали, нет у нас. Угу. Чем завесить его? Ну, килограмм 5 есть, наверное? Или побольше? Да нет, нам 5-то есть. И вообще вкусный какой. Заходите к нам. А то арбуз заканчивается. На следующий год хочу посадить побольше прям. Там бахчу сделать, и тут бахчу сделать. Не знаю, что. Ну, я думаю, получится. Вот, побольше, поменьше огурцов, побольше арбузов. Они так хорошо идут у нас. Так что заходите к нам в гости на арбуз. Трещит. Трещит, ага. Посмотрите, вон семечки. Здесь семечек побольше, да? Здесь, ага. Вон побольше. А то в тех арбузах почему-то было вообще мало семечек. Вон, видите, какой, смотрите. Очень даже хороший. Это у нас в Сибири, в городе Омске. Такие вот арбузы. Сейчас Палыч будет пробовать, а то не достанется. Я один раз открыла арбуз, он был поменьше. За день я его смяукала. Очень вкусно. Так ходишь, раз, съел, раз, съел. Они кончаются. Арбузы. Посмотрите, какой дельфиниум расцвел. Вот такой вот. Внутри черненький. А кто его сюда садил и откуда он взялся, не знаю. Вот вырос. Может быть, это давнишний. Я здесь садила китайские. Выписывали давно-давно. Ну, уж сколько времени прошло. Что, сохранила семечко, что ли? Ну, вот, взошел. Такая красота. А это у нас новозеландский. Дельфиниум. В этом году что-то он подмерз. Такой, будем говорить. Ну, худенький, что ли. Ну, ничего, растет, растет. Пусть растет. Хоста расцвела. Вот такая хосточка у нас расцвела. Представляете? Но купили в этом году ее. Вот и она у нас расцвела. Под осень сдурела. Спать надо ложиться, уже она цветет. Ну, ладно. Значит, так надо. Гладиолусы. Уже отцветают, какие-то новые расцветают. Ну вот, посмотрите, сейчас какой гладиолус распустился. Смотрите, какой красивый. Красота. Виктория поднялась. Надо, кстати, упалить немножко. Хоть и дожди были, но она растет. Вот я говорил в прошлом ролике. Ворона, главное, может, думали, что это червячки. Вытаскивает, главное, выбрасывает, вытаскивает, выбрасывает. А это уже хорошо так подросла. Хоть бы. Ну, нынче буду укрывать лотрофилом. Ну, хотела бы вам показать еще наперстянка. Посмотрите, какая красота распустилась. Наперстяночка. Я брала смесь, по-моему. Я как-то года два назад садила. В этот сезон, когда я посадила, рассадой садила, вот, она у меня не расцвела. А вот в этом году расцвела. Посмотрите, какая. Ну, это же красивая какая, да? Сколько много колокольчиков. Она такая наперстянка. Я не знаю, какие еще цвета будут. Но навряд ли они уже будут в этом году. Посмотрим на следующий год. Ну вот, я не дорассказала. Посадила я, значит, ее. Она у меня в этом, допустим, в этом году не зацвела. А на следующий год она у меня расцвела. А нынче что-то сейчас вот замерзла. Ну, короче, замерзла. Вот посмотрите, тут эти два кустика стареньких у меня. Но почему-то не цветут. Не знаю. Пусть растут. Они были худенькие. Но сейчас вроде, сейчас уж скоро спать ложиться. Надо, зима. Вот. Какая красивая гортензия. Посмотрите, как-то она растрепка какая-то. Не все цветы распускаются. Но смотрится оригинально.
и уже тоже краснеет. Он у меня цвел, но не так обильно. В этом году он зацвел очень даже ничего. Большой куст. Я его очень много-много поливала. Он любит, оказывается, гортензия очень любит воду. Да воду все цветы любят. Если бы не поливать, если не поливать, то такого изобилия, да, цветов не будет. Они же, да, тем больше дождей не было. Вот такая у нас красота. Даже не хочется с ней расставаться. Да. Жалко. Ну ладно, будем ждать другого года, что жалеть. Будет, будем живы-здоровы. Будет следующий год. Будем опять сад украшать, наряжать. Колиус. Вот петунька зацвела второй раз. Я ее обрезала. Вот. Но цветочки какие-то уже другие. Вон такие были, вот такие. А сейчас какие-то вон рябенькие. Да, вот второй раз. Надо полить будет, а то в горшках тут он. Наш виноградик. Да, нам посоветовали, когда обрезать. Потом пишут, говорит, вы что так и много? Ну ничего, зато как хорошо-то его видно. И как хорошо-то. Подошел раз, а я хожу и щипаю его, и щипаю. Скоро будем делать вино. Нет, сок сначала сделаю с винограда. Вот такие вот ночная красавица. Это дерево, это не веточка, не кустик, это просто дерево. У Ларисы Николаевны, вот я в прошлый раз ходила, у нее был день рождения, мы к ней ходили, и у нее такие небольшенькие эти красавицы, а у меня что-то куда-то выдурило, здоровая какая-то. Так, вот специально для Риты, для соседки моей, показываю. Рододендрон. Вот он набирает уже, набрал почки цветочные. Эти почки пойдут на следующий год. Нынче его буду опять укрывать. Вот этот вот. Но я думаю, он отойдет, потому что там на нем почечки есть. Че к чему? Вот сидел все 2 года уже. И все. Внизу веточка была такая с листочком. Чахла, чахла, чахла. И зачахла нафиг. Ну пока. Пока. Может, зря я его обрезала, конечно, но... Ну, ладно, что. Все мы совершаем ошибки. Вот видите, это эдельвейс. Такие цветочки. Он сам себе тут растет и растет. Ну, вот такие. Наша елочка. Елочка, елка, лесной огонек. Пошлите дальше. Вот желтая. Сколько? Я все хочу показать. Тут дожди, то забудешь, что работа есть. Желтая моя красавица. И это дерево синее, датура. А это беленькая красоточка. Вот. Ну, ладненько. Будем с вами прощаться. Пока-пока. Заходите к нам. В гости. Заходите на наш канал. Спасибо всем большое. Мы вас ждем снова в гости. Пока-пока.